от пациента, подозрение на COVID-19. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 74 лет. Дата исследования – 10 апреля 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены. ВЭС-9 слева паракостальный очаг размером 11 на 6 мм. В базальных сегментах, преимущественно паракостально, сформированы единичные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов, кардиоторакальный индекс 0,5, эндо 0,5. По стенкам корональных артерий и аорты многочисленные кальциифицированные артеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 29 мм с обеих сторон. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Обращает на себя внимание увеличение железистой ткани обоих грудных желез, справа 65 на 29 мм, слева, не полностью в зоне сканирования, 45 на 27 мм. Заключение, КТ-картина очага левого легкого Ланкрат 4B. КТ-признаки легочной гипертензии, кардиомегалии, двухсторонней гинекомастии. Рекомендована консультация кардиолога, эндокринолога, КТ-контроль очага через 3 месяца. 19 апреля 2021 года доцент кафедры КМН КОТО ФМА. Комментарий врача-рентгенолога. В легких данных за пневмонию нет. В нижних отделах левого легкого есть небольшой очаг, подозрительный на онкологию. Для контроля нужно будет повторить КТ через 3 месяца. Есть признаки повышения давления в легочных артериях, легочная гипертензия и расширение сердца. С этим нужно показаться кардиологу. Также обращает на себя внимание увеличение железистой ткани грудных желез, с этим лучше обратиться к эндокринологу.